«Приключения барона Мюнхгаузена». Хотите узнать самые невероятные истории от самого правдивого человека на Земле? Тогда вам обязательно нужно прочесть книгу немецкого писателя Эриха Распе «Приключения барона Мюнхгаузена». Его приключения точно заставят вас смеяться. Невероятный выдумщик и фантазер, а также самый лучший охотник, поведает вам, как он побывал в желудке у рыбы, вытащил себя из болота за волосы, перехитрил тысячи белых медведей, пострелил одним выстрелом 7 куропаток, отправился в путешествие на Луну, облетел неприятельский лагерь на пушечном ядре. И это еще не все приключения барона Мюнхгаузена. Не моя вина, если со мной случаются такие диковины, которых еще не случалось ни с кем, говорил сам Мюнхгаузен. Верить барону Мюнхгаузену или нет, вы решаете сами, когда прочтете эту замечательную книгу во всех филиалах муниципальной библиотеки HDU.